Президент России отправил в отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Стоит отметить, что это решение не было неожиданным. Об отставке Назарова говорили достаточно давно, и вот долгожданное решение было принято накануне. Уже сегодня Назаров попрощался с министрами. Отмечу, что главой региона он был с 2012 года. Сначала его назначили на эту должность, а затем в 2015 году он победил на выборах. Но доработать свой срок ему не удалось. Слишком много было нареканий. Все, что происходило в регионе, говорило не в его пользу. Это и низкий уровень жизни, слабое развитие области, в конце концов, сильная позиция партии КПРФ. Хотя Назаров перед журналистами заявил, что это было исключительно его решение. Я хочу сказать, что это было мое решение добровольно оставить этот пост. Это мои сугубо личные причины, о которых я не буду сегодня говорить. Ну и, безусловно, наверное, вас всех интересует моя дальнейшая судьба, как политика, как руководителя. Планы есть, и в ближайшее время, как только они вот будут более-менее реальны, я, конечно, сразу вам о них сообщу. О том, каким был на посту губернатора Виктор Назаров и чем он запомнился, обсуждать будут еще долго. А вот что может сказать о его работе депутат Законодательного собрания Омской области от КПРФ Максим Михайленко. Лично для меня этот период я бы мог охарактеризовать как период несбывшихся надежд. Я думаю, не только у меня такое мнение, и у многих горожан. Никаких кардинальных изменений в Омской области в лучшую сторону, по крайней мере, тоже не было. Каждый, кто здесь живет, он прекрасно видит, что, по сути, оставшиеся, бывшие еще, которые оставались у нас в предприятии, они на сегодняшний день, большинство, это перерегистрировались, разбегались. Вот. Не видят и руководители крупных, и мелких предприятий перспективы, как и молодежь тоже. Бегство продолжается. Люди, практически выпустившиеся с института, они свое дальнейшее будущее не связывают с Омской областью. Мы спросили у омичей, чем запомнился им Виктор Назаров и ждут ли они каких-то перемен от нового губернатора. Мне не жалко точно. То есть я не знаю просто, чем это закончится все. Но лучше города он не сделал. А каких-то перемен вот ждете в дальнейшем? Нет. Почему? У меня наивность давно закончилась по отношению уже к омским властям, поэтому я думаю, что будет примерно то же самое. Не могу ничего сказать положительного. Уже сколько поменялось руководителей, но, к сожалению, так на будущее не могу сказать. Как бы уверенности нет в светлое будущее наше, честно говоря. Не могу сказать ничего яркого. Был человек, исполнял свои обязанности. Перемен вы ждете в дальнейшем для Омска? Поживем, посмотрим. Пока ничего не известно, потому что темная лошадка назначили сверху. У нас ничего не было, чтобы он нам что-то сделал. Абсолютно ничего. Ну, наверное, надо надеяться. А что остается делать? Ничем он мне не запомнился, Виктор Назаров. Что он для Омска сделал? Я считаю, что никаких сдвигов у нас, только все в худшую сторону.